Зайцы британцы. У нас британцы. Ой, наконец-то кто-то обратил внимание на красивую игрушку. Зайцы кот. Британской породы. Имеет великолепную текстуру шерсти. Великолепный плюш, очень короткая шерсть, набитая. Прекрасное гармоничное распределение красного и белого по корпусу и по лицу животного. Невероятно красивые, насыщенного медного цвета глаза. У красной серии окрасов, как правило, великолепный цвет глаз. И вот здесь, конечно, это да, прекрасно наполнены щеки. Давай поиграем. Давай попробуем на столбик все-таки, а? Давай. Уговори тебя, уговори. Я поняла. Никак не уговори. А жалко. Такая красота. Просто солнечный лучик. Солнечный с предыдущими британцами. Да, она у нас будет изображать зайца-кота, зайца-кошку. Великолепная текстура шерсти. Очень приятный огненный подшерсток, правильно. Хорошая мышечная масса, прекрасные пропорции туловища. Ну давай, ну красиво потянемся. Ну давай, ну ты же не тянешься, ты же, ну что ты на колбасу похожей? Ну что ты? Ну что ты? Да, она рассказывает, что она не хочет никакого риска, что она хочет замуж. Это правильно, сначала выставка, потом замуж. Сначала карьера, потом замуж. Ну, как могу, так тяну, по-другому не тянется. Уж простите, ты прекрасный корпетик. Для данного формата корпуса хвост имеет среднюю длину. Мощные конечности. Я понимаю, значит, тебе очень не нравится. Нет, мы пойдем потом. Потом пойдем. А сначала мы дарим. Широкая грудная клетка, широкая шейка, она такая вся, как грибочек-боровичок, такая вся холененькая, добротненькая, маленькие ушки, широкие основания, очень приятный абрикосовый оттенок золота, очень приятный, очень абрикосовый, совсем не хочется поговорить, ничего не хочется девочке, но она все-таки улыбнется фотографу и даже... Девушка, куда пошла? Нет, ты моя коричневая сладкая, ты моя булочка с корицей. Это у нас булочка с корицей. Улыбается зрителям, показывает свои красивые глазки, свои великолепные пропорции головы и корпуса. Ну что, хочется, очень хочется убежать. Для данного окраса хорошая текстура шерсти, девочки. Ох, прям стекает со стола медленно и плавно. Итак, булочка из корицы сейчас улыбается фотографу. Меня мама страхует, чтобы кошечка не убегала. Отличные пропорции головы. Кошечка у нас в британском випе такая. Серьезная девушка, холеная, добротная. Великолепная текстура шерсти у нее, душевая набитая. Какая она, ой, как я люблю таких убитых. Я так люблю таких убитых, скажу вам честно, мне менталитет позволяет, да. Просто попочка, это правильно. Ой, серьезный взгляд, девушка. У вас серьезный взгляд, как у хорошего производителя. Сату Олимпа, да, Олимп у нас есть, конечно, ой, как мы красиво покажемся столбиком, как мы должны показываться столбиком, вот так мы должны красиво показываться столбиком, вот такая гармоничная, красивая девочка, имеет великолепную текстуру шерсти, отличные пропорции головы, очень красивый гармоничный помпончик, очень старается себя показывать, ей очень страшно, мама, куда ее посадить, вашу красоту?